Agreed. Баланчить ям. Так, ну хорошо, баланчить ям есть. Слот, спасибо. Баланчу подчеркивание у тебя. Спасибо, Никита, от души. Не знаю. Не знаю, бро, почему не попадаем вместе. Ну, ВС, видимо, такая суета сегодня. Такая суета. Так, а что Константин просил по билду? По билду, что Константин ты просил? Сейчас посмотрю, дорогой. О, а, я понял, все, понял. Понял, что за билд, хорошо. Фура это ФП на 15, да не? Да, Маль там лейт, отдыхает. Отдыхает. А Маль зашел поотдыхать, и правильно. Копугна, Госвен. Я бы на мощном коре сыграл. Или на инвокере бы. Бля, прикинь, какой контент. Хназас на инвокере. Вывески, там, знаете, свет горит. Амаль в сторонке курит. Круто же есть. Пасни Крылова. Пасни Крылова. Зомбезию взял? Ну ты браконьер. Двери повинуются мне, как говорит. До сих пор играешь по кайфу в доту или это постепенно перестает в работу твою? Я по кайфу играю. Я делаю, ну, по кайфу... Ну, чё, контент делаешь. Почему нет? Мне это нравится. Это не то, что сидишь ты там, знаешь, в офисе и кайфолыги душишь. Ракокули. Нормально. Норм. Свап не думаю. МБ, да, Амаль такой. Да. Свап нет. Это же Амаль. Он прошлый тоже свапнул. А, жесть. Нету инвокер. Инвокер в бан ушел. Да мне заказ, пацаны. Все, не терроризируйте в чате. Не терроризируйте. Погнали. Я, наверное, центр пойду. Обожаю птичку Риксара, когда в тиме есть Nike Stas. Сел и поехала. Такси, такси, вези. Хорошо. Что нынче заказ Гера? 300. Плюс билд. Билд. 300. Слейвс повинуется мне. Ну, прайс-лист прям лютый у меня. Так, ну что, друзья, на Риксаре надо будет побегать сейчас. О, крысиный патруль. Фу, воняет уже, чувствую. Это чистый запах крыс. Я вижу, вижу. Ну, Найкс по-любому сюда сейчас заедет. Цей, там будет просто... GG, вы ты, ёлочки. А Майк заходит в топ лучших 5 игроков. 100%. Возможно. Возможно. Я не знаю, кто сейчас как в топе играет. Не знаю. Сдал все экзамены, завтра лечу обратно домой. Можно будет позадротить. Конечно, брат. Welcome, welcome. Welcome, как говорится. Йод, а. Йод. Пикай. Вот этот йод. Помните на Риксаре какой пот был? What lies before me. Уточка Стив. Здравствуйте, Аркадий. Хорошего стрима. Доброго, доброго. Спасибо, дорогой. Тебе тоже хорошего, вкусного аппетиту, стриму. Все само оно... Сама намана, вкусно мана. Спасибо, дорогой. Корнерс. Корнерсы, говорит, вкусные. Спасибо, брат, за поддержку, за пожелание. Прям вкусно стало. Он не будет свапаться. На Оракле. Ну, это не 83-я, тут не дает инвиз. Ну, в принципе, думаю, можем законтрить. В миду будет тяжело стоять. В миду очень тяжело. В принципе, если сало у нас... Не знаю, сало лучше себе доверюсь, чем сайленсер. Converge. Они без стана это плюс. Но не знаю, у меня есть. Там Рики может резаться спины. Смотри, вата, вата для Рики, вата. Я в принципе не вата. И Огур не вата. Три ваты на Рики Мару это такое. Понимаешь? On the brow. И на пуже можно было сын. Но на пуже, прикинь, на пуже хорошо было. Стрелы ловлю по КД. Вернули бы Гуля Агила. О, так это имба была, пассивочно. У него дамаги больше, чем у силового было.
Заказ по донейту, если есть желание именно заказать, как ты выражался. I wander alone. О, хорош. Отпустили мы всех, такое себе на самом деле. Чё, куры нету? Вы серьезно? Вы без куры собрались душить катку? Аракокл, мид походу вард поставил, да? Аракокл. Converge. At least the beast. По крайней мере, зверь. Нормально я. Мамкин переводчик. Ой, какой промах, крысины. Осуждаю. Высвободи инстинкты. Unleash the beast. Выпусти зверя. Unleash the beast. О, все, GG. О, я повис. Это GG. О. Где? О. О. Круто. Круто. Привет, интернет. Гоу, вроде норм. Поехали. Найс. Две пачки крипов посадил, да? Посадили две пачки крипов. Да хорош. Ну ЗБ. Боже. Я повис. Я висну. Я повис, если что. Ясно. Да твою же. Ну что это? Дай поиграй, да? Третью игру дай ты хоть выиграть-то, а? Может, ну. О, все, короче. Жесть. Вроде время не 12, а у меня лагает, как у чертогана. Найс, ну преимущество дали разочек. Хорошо. Неплохо, пацаны. А, не, это руин просто. И лаги. Ну, 11 часов вечера, и что-то у меня, короче, тупо поплыл интернет. Я хз, я просто вот уже 3 минуты ничего не соображаю. Боже, ты не лагай, дай поиграть. Я весь ласт хит просрал. Я умер, скорее всего. Нет, живой еще. Если бы подлагал, вообще по кайфу было бы. Замок напал. Замок напал. Чё, как вам лаги, пацаны, в стримуи? Стримуи? Как просрать мид Оракула на этом? That was my plan. Дмитрий. Заказ любого корона Next плюс слот Т9 подчеркивание транспортер. Спасибо, бро. Найс, полагали, спасибо. GG. Спасибо, транспортер. Спасибо, брат. Куру, все артефакты дропнули. Все артефакты дропнули, кто-то на низ потащил. Чалька. Не-не-не-не, не надо. Пожалуйста. А, вот она еще аппаратус. Вот все геги вообще максимально.
Неплохо. Неплохо. Что там, можно куру пасани? Спасибо. Наконец-то. Его еще ульта там есть. Он ультанет, ему пофиг будет. Я понял. Нормально, я бы если кнопки дал, может быть, и умер бы. Но я там не давал кнопку. Сори. Начало все испоганено лагами максимально. Проверили меня на МХ равно. Я не знаю, брат, я не проверял. Спасибо большое, давай сделаем next. Я не проверял, брат. Да, ну мид восран тупо за лаги, хз. Я такое не умею делать. Я не умею выигрывать миды силой. Смотрим, какая катка в целом будет. Не, тут нет смысла делать поспешных выводов каких-то. Аппарат под роуме, простава. Я ничего, походу, не буду делать, да тут? Пока нужно просто подфармливать, восстанавливаться. Попробуем подняться с ног, с колен, как говорится. Бля, у меня вард там стоит, да? С колен надо пытаться подниматься. Ботлик хочу. Не подходит. Гу. Как это? Риксар говорит гу, когда лос хитит. Как же долго аппарат эту тычку давал? Пока фармим. Буду лайз before me. Ура, ботлик! Сюда! Ура! Хорошо. Ботлик есть, можно поесть. Ой-ой-ой. Не-не-не, не души. Не надо. Вот оно что. Ясно. Понял. Забыс. Привет, Секель. Здорово. Что-то лагерная такая катка, фидерская лагерная. Жесть. Через эншей, да я не стакаю же, ёбай. С этими лагами я пытался два раза стакнуть. Не получается, извини. Один раз подстакал, но я мид буду стоять до талого. Мид до талого. ТПшечка от ульты и работаем. До талого. Хорошо. Он видишь, что я тут простакал, что ли? Я у мамки стакер. Да, блин, братан, забей. Какой вард? Пусть тут все с вардами выходят. Я что ж могу сделать, дорогой? Что ж я могу сделать? Все ж варды покупают, бро. Пусть кайфует. Я отдался ему в лагах. Пацаны два раза подроумили. Пойдет. Катка будет интересна все равно. Герой не стандарт, не какая-то там имба. Можно будет поиграться. Хорошо. Кто там стоит АФК все это время? Сало? У меня золота, правда, совсем нет.
Ничего страшного. Эрор, Аркадий, у меня вопрос. Смотрел ли ты сериал Вайни? Нет, не смотрел, что это такое, вообще не в курсе. Вайны какие-то. Скетчи, вайны, панчи. Это, наверное, вот это, да? Что будет, если на Икс Ваганим соберешь 85? Ты посмотри, у меня есть видосы на канале. Рекомендую глянуть, если не в курсе, что делает Ваганим. Рекомендую. На Екс фармит. Рекомендую посмотреть видосики, брат. Амал Дотервич. Я так чувствую, он меня сейчас обходить будет, да? Или нет? На топе суета какая-то. На топе какая-то суета. Не успел я. Да, я не успел. ДДшка снимет. Не успел я ТП дать. Такое себе. Что там, фазы есть? Там Т-шка падает, да? Хорошо. Надо было ТП-шку еще взять. Тупанул, парень. Тупанульчик. Ой, да серьезно. Отстань. Отвали. На реке Марус. Агрид. Агрид. Бауржан. Ой, Казахстан слот надо дать, брат. Салам, слот можно не экст аккаунт. Катриас чта 01. Давай, брат, дадим. Не вопрос. Спасибо тебе, брат. Сделаем. Казахстан слот сделаем. Сделаем, брат. Рики в инвизе, я понял. Я понял так. Ой, сгорел хотя бы. Ну хорошо, хоть так. Мне так впадло, если честно, контролить. О, молния. GG, я сдох. Вроде ж не было его здесь. Кура стоит. Это печально. Ой, боже, ладно. Так, Казахстан. Я тут эту ошибку, походу, какую-то сделал, да? Изи-катка. Так, транспортер слот. Блин, да это так печально сейчас фидить буду. Просто из-за того, что в миду залагал, стоял 2 минуты АФК. Меня это гложет, если честно. Максимально. КЗ, такой неприятный момент. Кинь ты ему раптуру, что ты боишься, там глобалка. Кидаю там. Квадраться. Что ты боишься? Чего боитесь все? Не бойтесь нафиг. О, птицу зафармил, прикинь. Что за бред? Я... Чё мне по Затару надо делать? Я не помню. Что мне заказали? А, все понял, брат. Хорошо. На расслабоне катки. Ну, я бы не сказал, что тут сейчас катка на расслабоне будет. Там Амаль играет, напряжно будет. Я залагал вначале, лагал стоял. Меня убили еще. Чуть два раза подроумили. Тяжело будет. КЗ, тут как тут камбэк? Будет тяжело. Тяжело будет камбэкать. Попробуем подзапотеть. Я хз, честно. Если драки будут хорошие, ну там Найкс, видите, еще. Ты что там делаешь? Ты психанул? I wander alone.
Психанул парень. Надо фармить, парни. Лёня, там под Т2 звери бегут. Вы чё? А есть ТП? Попробовать. Там 600 маны. Ой, 0 маны там вообще. Кабанчик задушил. Есть стан? Хорош. Аппарата. Хорош. Вот это да. Законтрили. Пару кнопочек дали. Хорошо. Не шаришь, второй скилл уникален. Ну, я тут, видишь, тут фарм собираюсь сделать через эншентов. Поэтому мне он тут второй скилл не нужен особо. Чем он мне тут поможет на фарм эншентов через топоры? А вот сумон поможет раннюю стадию выиграть как-то хотя бы. Гонаруну быстренько выгляжу. Хоста. Мне бы сол бы еще. Сол бы еще. Было бы круто. Пока ковыряемся какашками. Пришел с работы, думал, сейчас пика бахну, стримчик у меня трубу прорвало. Чего? Фонтанир, гарантан. Часи ты. Чини! Чини, бро. Чини, нафиг это дело, стримы. Не, ты сейчас, сейчас затопишь кого-нибудь там. Это ж GG будет. Так, чуваки, ну дофармились. С горем пополам к 90 минуте с отвратительным микроконтролем. Го, кнопочки есть, погнали. В офиге, что в инвиз не заходит. Ну это ж 85-е, друг. Ты чё? Это ж 85-е, бро. Let's go. Глобалка. Вряд ли я его задушу. Еще и Рики идет, бро. Немного не угадалось с расстановкой. Вот там Бези. Слишком люто. Такое себе. Слишком люто много их тут. Кто ТП не сделал? Юра. Ну, Юрнер, если бы сделал ТП, может быть, как-то еще и подрались тут. Умит Тэшка. Будем сплитом играться тоже. Они в сплит играют, мы тоже в сплит. Давайте поиграем. Хорошо, посплитил Хиназис. Посплитил Хиназис, проверяй. Есть плюсик или... Ну я соло, по идее, смогу. А если он сейчас еще на руну пойдет, вообще прекрасно. О, сейчас. Хорош. Хорош, ну блин, пороумил мид, Валентин, получай. Как договаривались. Они там в миду, да, собрались драться. Слушайте, если я в керри, в принципе, соберусь на расплитах, мы можем тут прям нормально
отдышить. Хорошо. Птичку подставляем на Vision, Т2 ломаем, парни. О, еще быстрее бить сейчас будем. У меня роур 11 секунд КД. Ромго. Че там, руна есть, по идее, низ, да? Сейчас расклеим. Если будет руна, вообще прекрасно. Не, рун нету. Жесть, как МП нужно. Не мешай. Удачной Эдуард. Игры. Хотел музыку кинуть. Следующий раз. Давай, бро. Да я просто отключил, подписываю с самалем каточки, выложу потом отдельно. Пацаны покайфуют. О, МПшку дали. О, GG. Ой, Джага там начинает, хорош. Let's go. Гейми Тэшка. Ой, там Безию надо, парни. Там Безию. О, Рококол еще пришел там. Рококол. Драться. Ля, там на мне эта кнопка висит. Ой, хорош. Если не ультанет, будет отлично. Будет отлично. Вай, хорош. Кто меня так засейвил? На меня этот сикер кинул первый. Меня жесть как разнесло. Просто уничтожил. Ну, сейчас башер сделаем. Хорош. ГТ-2. Через шипки направляем курочки, чтобы висело. Ох, как хорошо, что я зарегенился. Это печалька. Я жив. Я жив. Я Б. Я Б пойду схожу. Здравствуйте, здравствуй. Здравствуй. Блин, ну это я не пробью тут. Круто было бы. О, ну начинается опять. Но я скорее всего сейчас в эншентах умру. Правильно. А нет. Лагаю, жесть. Давай, плиз, поехали. Пойдет, я бы. Знаете, что хочу, Башер? Башер. Тут бы вообще Евасин какие-то. Здорово, приветствую. После встречи Арака Лимба, да. Там грифс он собрал нормально. Много очень слотов у него. Гоу. Замбезию первым бы убить. Хорошо будет, если сейчас задушим. Ля, почему так долго? Найкс там еще. Он в Рикимару залез. Но нету. Нету. Ты хорош. Даст ты на мне. Я
Хорош. На мужика чисто. Что за зарубы, пацаны? Что за зарубы? 4000 золота. Ля, вот это драк, конечно. О, жесть. 4000 золотых. Наводи катку перерыв. Да, вообще вы... Там что-то 30 на 2 я отыграл. Хорошая катка была. Так, молния. Я отойду. Птичку бы вешать еще качественно. Наверное, Рейксаром в роли керри с вторым скиллом. А, да, хорош вы там спорить, пацаны. Разные билды. Рейксар лучший, Рейксар это четверка. Я лично сугубо мое мнение. Керри билд это наркомания. Честно. Ну, он, да, он раздает. Я помню, я гайд писал в керри билде, он там просто, ну, жесть, что показывает этот герой. Но, тем не менее, лучше собирать этого персонажа через... Этот. Лучше собирать через четверку. Не крачи, не крачи, это ж что за пушка. О, Аркейн. Спасибо. 400. Золото, баш. Его. О, отлично, отлично, отлично. Дайте мне, я башер куплю и погнали. Главное, чтобы БС на меня не заруинил этим спеллом. Амплификация очень сильная. Я от Найкса за 4 тычки умру. Что там у Найкса? Башер, да, у Найкса тоже много. Играете, ваша карта, кажется. Ну вот сейчас это третья игра. С Амалем играем. Вторую игру они выиграли, но у нас четверо осталось там в игре ХЗ. Не очень катка получилась. Не очень катка вышла. Интереснее была бы. Жалко, подвели нас немножко. Оу. Сентри берет, да? Я его законтрю. Просто за роур надо только правильно подойти. Там еще Рики будет по-любому. Но сейчас МКБ некстом надо делать. МКБ-ху некстом. Беги, там Рики по-любому еще есть. Рики там. Еще. Там все. Поднимем птицу. Хорошо. Я задушу. С дабл дамага. Задушено. Я, кстати, ультру мог сделать. ДДшки с Лотара подошел прям хорошо. Он играет на этом. На Оракле. Он нормально, он мид вынес. Я подлагивал, воспользовался абузом, мать. Вот так вот. Странно, что он не на коре пошел. Видимо, доверился. Не знаю. Найкс режет. Режет. Хорош. Ну я мид отлично камбэкнул. У меня 1-4 было. Командно хорошо душим. Да, гоу. Парни, вот сейчас пусть выйдут. За бывшим. Чена в лейта соберет и будет убивать таких, как ты, изи. Хорош, пацаны, спорить, серьезно. Не изи, не изи. Будьте проще, плюс. Рики поймал. Хорошо. Оуэн Эджи. Го! О, они сейчас выйдут с ХГ за Рикимару. Я пропалю птичкой. Птичкой пропалю. Там центрики по-любому есть. Если на ХГ не встанут, сейчас сдохну. А они уже ушли, да, с ХГ? Вернее, на ХГ зашли.
Хорош. А, дай ультануть. Жесть. Дай пройти. Я не могу, томба так гнило поставлена, да? То есть, Б. Нафиг. Не хочу, она так гниловато стоит, что невозможно на нее направить, короче. Возможно. Го, отойдем. Пусть они выйдут, если они выйдут, то мы задушим. Хорош. Так сделаем. Ладно, как хочешь. Они могут сейчас выйти, если честно, на агрессии такой, знаете. Хотя отойдем, пойдем в Эншентов поколотим, парни. В Эншентов пойдем. Пойдем Эншей побьем. А возможно смока вообще какие-то. Давайте птичку поднимем. Плюсую. Хорошо. Аппарат пошел вардить, пойдем за душем. Аппарат вардить пошел. Мы очень далеко от всех. Мы это плохо. Очень далеко. Гохаге. Гохаге, они в топе. ТПшка есть? А, есть ТПшки, да? Чальк. Они все в топе. О, Рики. Хорош. Фидбэкаем. Барашки, давайте. Барашки. Барашки, говорю. О, это так мило. У меня почти МКБ. Вообще тут БКБ бы сделать сейчас, пока я пробовал бы. Так, сейчас день, кстати. Птичка Vision лютый будет давать днем. Ой. Что там, ДДшка, отлично. Мне кажется, мы тут выиграем. Покор у нас, покор геймингу очень сильно тут все в этой катке стоит. Возможно, там смока вообще, да? Опасно я подхожу. Давайте 500 дофармим. Типа, что стоит, да? Возьми 500 дофарми. Рики. Крисит. Есть плюсик. Нету плюсика. Мне 200 надо. Про нету. Где? Поздно, все, ульту кинул, ГГ. Хрен там будет. Гем. Ну, жесть, куру не дают. Подставился Амаль. Подставился. Очень сильно. Очень сильно подставился. Эх, мне бы МКБ-ху. Все поздно. Гем отдали обратно. GG. Ну что это такое? Чё за драка? Я вообще не пойму, что происходит.
Почему мы все разошлись? Кто-то пошел, кто-то не пошел. Я ж не буду первый забегать так. Ну, хз, надо было забегать, походу. Ужас какой-то. Видели, что за фигня? Сало зашел на хг, все назад просто. Я тоже, я не буду подставляться. Где Джаггер? Почему Джаггер не забежал? Что это за фигня? Сейчас мы Рошана, походу, отдадим, да? Хорошо. Джаггера движение странное. Я Камали зашел и посмотрел. Какие у него движения странные. Пербущик, это который Ази мид сливает на этом. На химике. Аза на химике, а фербущик на урсе. Он его мид сливает. Спасибо за подписку. У меня YouTube баганул, да? 579 зрителей показано. Хорош, не души. Я возьму. YouTube баганул. Давайте обновим. КЗ. Показывает одно и то же количество зрителей. Я не пойму, сколько зрителей у меня. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме, от души. Привет, ровесник. Привет. Слот. УСТМ-94. УСТМ, брат, сделаем. Давай на некстик. На некстик, дорогой. Спасибо большое за донейт. Мид. Все, мид, гоу, я зайду, если что. Глобалка, когда... О, глобалка есть, все, поехали. Глобалка есть, можно ехать. Я просто в наглую забегу, если что, бить буду. Все. Корнерсы, говорит. Я понял. Меня слили, просто все кнопки в меня дали. Так. На Екс. О, глобалка вовремя. Хорошо. GG. GG. Ионис. Что он там мид колотит? На джаге, братулец. Там не тянешь, брат? Не тянет он. На Рике. Но в БКБ, так сказать, такое. Я вижу, вижу, ребят, 608. Ну, 700 человек. Вижу. Хорошо, задушили. Так, ну Риксара я отыграл, бро. Сара отыграл я. Да он хрен выйдет с инвиза. Же крыса. Сколько Джаггера смертей? 4 смерти. Ну как и у меня, но только у меня ситуация была я с 1-4. 15 на 4. Но это за счет команды, не более. За счет команды, не более. Команда тащит игру. Я бы уже соснул. Слот. Слотка от 1 таль, подчеркивание КГ. Капиталь КГ, давай, брат. Спасибо большое. Ля, там уже столько слотов, пацаны, забрали. Слотов, спасибо, братцы. От души. Катки на воде было слово про Октарин. Это серьезно? Конечно, зайди, посмотри. 40 секунд КД купол. Амаль Next, я не знаю, спросим. Может пойдет, может нет. Но сегодня прям зарубы стримеров у нас прям лютые получаются. Так, я взял шард. Я на Экса, мне кажется, за... Просто бэкстеба убью. Чё там у Амаля с энтрики, да? Это печально. С энтрики. Я вот сюда обойду. Кабанятник у меня там. Дыга. Врыв. Давай, давай, давай. Ты что меня так лупишь? Я умер.
Буду драться с Рикки. Буду драться, говорю, буду драться с Рикки Мару. Ульт аппарата сейчас будет еще. Ой, хилочка есть на Джаге? Хил. Что за дела? Где хил? Вообще жесть. Я сам в шоке. О, жесть. Я Найкса за Роур убиваю, по идее. Джи. Джи. Ну и третью катку задушено. Джи. Да, лютый получился Риксар, бро. Победка. Ну, хз, Амаль хорошо сыграл. Чуть-чуть не кажется команда. Да команда подкачала, конечно. Хотя, блин, я не знаю, у нас вроде тоже не сильно было. Но в целом катка такая, пойдет. Подушили. Подушили.